аккордом республиканских студенческих дней «Я Беларусью дорожу, я здесь учусь, я здесь живу» или молодежный воркшоп стал традиционный парад. Под звуки Брестского городского духового оркестра более 100 обучающихся, будущих педагогов из 11 учреждений высшего образования прошли в торжественной колонне от стен Брестского государственного университета имени Пушкина на улицу Советскую, где на площадке у выставочного зала прошел праздничный концерт. Республиканские дни в Бресте мы уже проводим на базе нашего университета второй год. Поэтому уже вправе считать, что это мероприятие стало традиционным. И мы надеемся на то, что действительно оно со временем сможет приобрести международный статус. И студенты активно будут принимать участие не только Республики Беларусь в этом мероприятии, но и зарубежные студенты тоже. Хотя следует сказать, что и сегодня здесь, на этом мероприятии, присутствуют не только студенты всех университетов, это в Республике Беларусь, но и иностранные студенты, которые обучаются в университетах Республики Беларусь. Мероприятие проходит очень масштабно. Мы приурочили это мероприятие к Дню народного единства, потому что именно студенты показывают сплоченность, целеустремленность, любовь к своей родине, уважение к традициям белорусского народа. Поэтому, конечно, это мероприятие очень важное с точки зрения и идеологической воспитательной работы. Праздничный концерт стал отличной возможностью для талантливой молодежи продемонстрировать свои сценические умения. Вокалисты и танцоры подготовили интересную патриотическую программу. Также у сцены работала фотовыставка. Специалисты из Красного Креста давали всем желающим мастер-класс по оказанию первой помощи. Очень интересные, очень захватывающие. Мне очень понравилось. Скажи подробнее, что видела за эти 3 дня? Где побывала? Ой, побывала на разных фестивалях, побывала, смотрела многие танцы. Очень интересно было. Мне все очень нравится, и я стараюсь участвовать. Если зовут, я обязательно соглашаюсь. Это, на самом деле, очень весело. За 3 дня студенчества мы очень интересно и захватывающе провели время, посетили воркшопы. Также мы ездили на воркшоп «Мы разные, но мы вместе». Это была возможность, как сказать, сплотиться с другими людьми, даже если у них, как сказать, есть особенности, то все равно мы разные, но мы вместе. Как тебе город в целом? Очень интересно, я бы еще сюда вернулась. Эти 3 дня, они были очень насыщенными, в них было вложено, скажем так, много сил, очень большие эмоции получили, все понравилось, в принципе. Как тебе город? Очень красивый город, очень много различных деревьев, которые, ну, зеленое такое, все очень красиво. Студенческие дни прошли ярко, интересно и весело, оставив приятные воспоминания в сердцах участников и гостей. Они стали прекрасной возможностью для молодежи показать свои таланты и навыки, а также подтянуться в учебе. Это любимый праздник для студенческой молодежи, который закрепил единство и дружбу студентов различных учреждений образования нашей страны. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Мантович, Новости Бреста.